Всем зрителям и подписчикам канала Уральского усадьба привет. Построили мы теплицу арочную, шириной 2,5, длиной 5 метров. С одного торца у нас установлена разрезная дверь-форточка. С другой стороны форточка в торце. Каркас теплицы сделан с профильной трубы 20х20. Покраска полимерно-порошковым способом. Сверху карком приварен усилитель. Вся обварка деталей выполнена в круговую. Также у нас установлена коньковая фрамуга с ручным управлением. Имеются две диагонали укосины. Вся конструкция стоит на брусе 100 на 100, брус пропитан антисептиком. Также из бруса сделали грядки. Широкая дорожка. И грядки чуть поуже. Приветствую всех подписчиков канала Уральская усадьба, а также дачников, садоводов, огородников. Сегодня 17 сентября 2017 года. Смонтирована у нас теплица арочная 2,5 м. Ширина 2,5, длина 4 метра. С шагом метров можно сделать любую длину. Свалена теплица с профильной трубы 20х20. Стенка 1,5 мм, полимерно-порошковый окрас светло-серого цвета. С этой стороны разрезная дверь, форточка с этого торца, с того только форточка. Поликарбонат 0,8 плотности, 4 мм. Система подвязки. 4 ниточки, по 2 на стороне. Колышки, чтобы тепличка не убежала. Укосины для жесткости. Довольно-таки объемистая теплица получилась. Фундамент брус 100 на 100. Пропитан антисептиком. Все красиво. Заказывайте, не стесняйтесь. Ставьте комментарии. Задавайте вопросы, подписывайтесь на канал, кто этого еще не сделал. Также на данном участке стоит наша теплица, которой 2 года. Арочная 3М, 3 на 5. Практически в идеальном состоянии. Только красочка маленько. Ну, поменяли шайбы. Поставили крючки. В основном теплица шикарная. С усиленными усилителями 20 на 40. Приехали на участок, начинаем, разгрузились, начинаем монтировать теплицу арочную 2,5 на это место. Приветствую всех подписчиков канала Уральская усадьба. Сегодня 7 октября 2017 года. Смонтирована теплица арочная 2,5 м. 2,5 метра ширина, в длину 5 метров, свалена с профильной трубы 20х20, поликарбонат 4 мм, карбоглаз 0,8 плотности, 100, пропитан антисептиком. На этой теплице стоят дополнительные прогоны поверху для снеговой нагрузки, клиент пожелал, и с боков, чтобы снег не распирал, потому что две теплицы стоят рядом, здесь скапливается снег. Также здесь стоит коньковая фрамуга. С обоих торцов цельная дверь. Укосины
для более мощной жесткости. Также на данном участке в прошлом году была установлена таких же размеров теплица, но фермер 2,5-5. Здесь только форточка с этого торца. В идеальном состоянии, прослужила еще год. С того торца цельная дверь. Также установили дополнительные прогоны, чтобы между теплицами снег не выдавливал поликарбонат. Поликарбонат мы использовали 4 мм, 0,8 плотность. У соседей обнаружили мы тоже нашу теплицу. Фермер Эко называется. Шириной 3 метра, длиной 10 метров, с перегородкой там. Вот. Соседке идем понравилось, она расхвалила соседу. Взяли номер телефона, позвонили. Все, мы приехали, поставили. Вот, наверное, на этом и все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока.